Гейски, меня зовут Флавиус, и мы продолжаем битву против зомби. Что же, в нашем саду Дзену все, в принципе-то, очень хорошо, цветочки себе растут, ничего не требуют пока что. Ну, мы пойдем тем временем, пройдем немножечко приключений. Так, давайте посмотрим, что нам тут предлагает наш безумный Дэйв. Так, он нам предлагает кофейное зерно, стенорешек и ледяной горохостел. Ну, в принципе, нормально. Тогда давайте возьмем что-то из грибочков. Давайте через дымник попробуем поиграть. Через звездочки. И... О, и бум-грибом тоже давайте попробуем сделать. Ну и, конечно же, золотоцветиком. Ну и подсолнухами. Что ж, ребята, поехали! Бжим-жим, я бы даже сказал. Текс, ребятушки, ну что ж, приближается большая волна, и смотрите, что я тут вообще натворил. Поставил кучу звездочек, просто-напросто два ряда, и кучу подсолнухов. И теперь я хочу понаставлять дымников, ну и, конечно же, поразбудить их, потому что они днем крайне сонные и не хотят ничего нам делать, но мы их разбудим. Что ж, продолжаем. Так, ну что ж, я вот тут что-то такого, не знаю, настроил, что-то тут всяких каких-то звездочек, каких-то замораживателей, странная какая-то у меня тактика, неопределенная получилась, ну что ж, ничего страшного, давайте еще звездочек поставим вот сюда, посередине где-то, кстати, звездочки, их нужно вот где-то здесь, ближе к началу карты ставить, там откуда идут зомби, потому что они бьют-то со всех сторон, и они очень будут выгодны тогда. Так, что мы имеем? Что мы имеем, ребята? Приближается большая волна. Ну, думаю, мы сейчас с ней быстренько справимся. Потому что... Да, потому что я поставлю бум-грип, ребята. Все очень крайне просто. Бум-грип просыпается, и все зомби засыпают. И мы получаем очередной мешок денег. Это очень круто. Так, давайте-ка... А, что это такое? А, ребят, ну да, привет, боулинг. Да-да-да, боулинг с помощью стен орехов. Да-да, безумный Дэйв, я все это помню, все знаю и все понимаю. Так, ну что ж, давай, покатились орешки, покатились. Ну тут, в принципе, все простенько. Один стен орех, один зомби, можно так сказать. А нет, смотрите, в принципе, о, взрывательный стен орешек у нас есть. Давайте подождем, пока они поближе подойдут, зомбятинки эти. И их будем раскатывать. А ну, смотрите, можно двоих зомби? Нет, двоих зомби как-то особо не получается за один раз. Ну да и ладно. Так, бац. Есть такое дело, есть. И давайте, мне нужна группка зомби, чтобы их можно было... О, сразу двоих, смотрите, получилось. Унести за собой. Опа, ха-ха, даже вот так получается. Так, а этому, получается, сначала нужно башенку снести. Ну, точнее, вот это то, что у него на голове. Конус, дорожный конус. А потом уже его уничтожать. Так, отлично. А ну-ка, а давайте подождите, подождем, пока эти зомби подойдут к этой границе нашей. Так, что-то их как-то мало. Ладно, давайте, короче, взрывательный орешек покатился. И вот этот, бах, все, есть такое. Вот, и смотрите, какой-то негодяй к нам ижит. Ага, я понял, ребята. Ой, не туда запустил. Вот этот, значит, негодяй очень такой плохой, потому что он перепрыгивает наши стены орехи. Это очень плохо, я считаю. А вот этих с ведрами, их вообще лучше всего, наверное, взрывающимися стены орехами уничтожать. Иначе будет худо. А вот так, смотрите, бах, есть. И так вот, великолепно. Так, бежит у нас, значит, танцор наш. Но недолго ему осталось бежать, потому что... Так, тихо-тихо-тихо, что-то у нас уже идет не так, ребята. Что-то пошло не так. Нам нужно уже как-то обороняться. Так, сюда взрывательный. Ну и все. Ладно, давайте я немножечко ускорю этот процесс, потому что чувствую, что-то тут долго будут эти зомби идти, а они особо не сильные. Так, ребят, ну что ж, тут уже уровень подходит к концу, и, о, смотрите, мы шоколадку для нашей улитки выбили, и что тут у нас происходит? Уже, конечно, ну, тяжеловато было, я признаюсь честно, потому что очень много этих зомби тут нам попалось, но ничего, ничего, я справился со всем этим.
Так, что ж, мы получили очередной мешок золота, и домик Флавиуса опять на нас нападают. Так, что ж, что нам тут предлагают? Так, нам тут предлагают на две стороны стреляющий орешек. Так, что тут еще? Ну, из грибов я бум-гриб возьму. Чтобы еще такого прикольного. Так, ну давайте какой-нибудь вот этот вот. О, давайте двойной подсолнух возьмем, посмотрим, как он работает. Так, что еще? Что еще нам здесь понадобится? Ну, давайте обычный орешек. Ну и подсолнух, конечно. Что ж, поехали. Текс, ребят, ну что же, мне тут пришлось намутить немножечко не странных вещей. Но, смотрите, у нас есть двойные подсолнухи, и мы теперь их очень классно можем сажать и получать в два раза больше солнышек. То есть, смотрите, один такой подсолнух, он, получается, работает за двоих. Так что вот эти ряда будут работать, ну, если на всех них посадить эти подсолнухи, будет работать как 4 ряда подсолнухов. Это просто что-то невероятное, ну, как по мне. Так, у нас тут небольшой прорывчик, так, ну это ничего страшного, потому что арбузик стоит на страже растений, так, и похоже мы уже получили по заслугам. Ну ладно, этот ряд в принципе прорвется, так, не хочется, чтобы он прорывался, крайне не хочется. Так, ну ладно, ладно, похоже, да, мы воспользуемся сейчас услугами наших драгоценных косилок, зомби-косилок, я их так назову. И да, тут небольшой прорыв произошел. Ну да, ничего страшного. Думаю, сейчас мы все это отстроим. Правда, наш подсолнушек нет. Самый драгоценный был потерян. Ладно, ладно, не беда. Ни о чем не нужно сожалеть. Ни о чем. Так, давайте еще один двойной подсолнух. И у нас уже будет два двойных. Интересно, я успею целый ряд таких подсолнухов достроить или нет? О, еще мне хотелось, конечно же, ледяных получить арбузиков, но, к сожалению, пока что они нам недоступны. Ну, точнее, они доступны, но они стоят очень много денежек. Но в скором времени, я думаю, их посадить, и будет вообще круто. Очень-очень круто. Так, что там у нас уже перекрутилось? Не, еще нет. И давайте я посажу где-то здесь наш грибочек. Бум-грибочек, скажем так. Думаю, он неплохо сыграет нам тут роль такого защитника. Ой, только бы его не съели, а то это будет печально. Но нет, его не съедят. Сейчас враги подойдут поближе, и мы как ударим по ним сверху. Точнее, вот этот бум-гриб ударит по ним. Так, что тут еще? Посадим и давайте приготовимся. После этой атаки бум-гриба мало кто из зомби выживает. Ну, по крайней мере, я еще таких не встречал. Так, идет атака зомби. Давайте подпустим их поближе, чтобы больше урона было. И давай, грибочек, просыпайся. И бабах! Просто обожаю его. Так, мы получаем очередной мешок денег. Просто огромный. Так, сейчас мы зайдем в магазинчик. Так, что тут следующий уровень? Ну, это мы уже потом сделаем. Так, заходим в магазинчик и смотрим, что нам предлагает Безумный Дэйв. Так, личку он нам предлагает, но это нам ничего пока что не нужно. Нам нужно у нас 600 дзен, и смотрим, что тут вообще происходит. Так, что-то растения не хотят расти как-то. Как-то они вообще уныленько ведутся. А ну, если их пополивать просто так... Не, что-то, видимо, у них все в порядке. Так что, ребята, пожалуй, на этом все. Увидимся в следующих сериях. С вами был Флавиус.